02-08-2 штаба. На месте организован штаб пожаротушения. Назначены должностные лица. Организована работа по спасению, эвакуации, охлаждению также несущих конструкций. Внимание! Здание пожар. Это мероприятие очень масштабное и очень важное для нас. Мы такой, знаете, в крепком сотрудничестве с нашими коллегами из МЧС. Зданию этому вот в этом году исполнилось 80 лет. 41-го года в эксплуатацию введено наше здание. Поэтому мы всецело стараемся его беречь. Это прежде всего подготовка личного состава. Это обучение нашего личного состава в этих условиях. Драмтеатр является у нас знаковым объектом для города. Имеет очень большое значение. А для нас это он интересен именно как объект в пожарном плане. Я сам служил в армии. И знаю, насколько важно отрабатывание малейших деталей в любом учениях. Потому что, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. И отрабатывая такие мероприятия, сотрудники правоохранительных служб армии и МЧС добиваются такого эффекта, чтобы когда в случае реальных действительных пожаров или других чрезвычайных ситуаций действовать максимально слаженно и оперативно. Внимание, подразделениям задействованы на учениях. 5 минут подбор по ТВ по сравнению на фасаде драмтеатра. Всех дорогих участников, всех алгеборцев! Рад пожелать вам в наступающем году всего самого-самого хорошего. Ну, на этом поздравляю. Сержант внутренней службы Есин Максим Алексеевич. Есин. Начальника главного управления. Поздравляем. Ближе, ближе. Поздравляю. С Дедом Морозом. Удачи в новом году. Итак, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Здоровья, удачи и всего самого-самого наилучшего в наступающем году.